Всем привет! Рад приветствовать вас на нашем канале. В разбор поступил очередной автомобиль Fiat Ducato, 2011 год, 2.3 дизель, 110 лошадиных сил. Начал такие повреждения у него, слегка мотануло его по трассе. Переднее крыло право визуально целое, дверь передняя права визуально целая. Снизу уголок немножко у двери подмятый. Правая бочина полностью мята. Дверь мята, заднее крыло снизу визуально цело, верх мятый. Задний фонарь треснут. Задняя правая дверь мятая. Задняя левая дверь визуально цело. Задний левый фонарь треснут. Задний левый бок снизу мяты, сверху тоже имеется небольшая мятина. Низ полностью мятый. Вверх скользом. Передняя левая дверь визуально вся целая. Крыло слетело с крепления. Немножко с дефектом. Зеркало. Зеркало визуально цело. Второе зеркало тоже визуально цело. Капот визуально ровный. Пострадал радиатор. Интеркулер тоже пострадал. Резина передняя в плохом состоянии. Задняя резина не в плохом состоянии. Еще поездит. Да, обе одинаковые. Так, присутствует вибаста. Пробег на данной машине 300 с копейками. Ну, 300 плюс, не знаю точно. Не помню. Так, вот такой салон. Крыша сыграла. Сиденье водителя в плохом состоянии. Руль потертый. На данной машине стоит установка. Рефрижератор. Какой стоит, пока не знаю. Будем снимать, смотреть. Лобовое стекло не уцелело. Вот такой экземпляр. Всем спасибо за просмотр.